По легенде, экипаж из песни имеет реальный прототип. Это танк БТ-7, участвовавший в боях у озера Хасань. Командиром экипажа был Василий Михайлович Агарков, механиком-водителем Николай Сергеевич Житенев, башенным стрелком Сергей Михайлович Румянцев. 29 июля 1938 года ночью все военнослужащие на Дальнем Востоке были подняты по боевой тревоге. Японские войска внезапно вторглись на территорию СССР у высоты Безымянной. Это вдохновило композиторов братьев Покрас и поэта Бориса Ласкина написать песню об экипаже.